На некоторых муниципальных и междугородних маршрутах в Серпухе увеличилось количество автобусных рейсов. Производственная база Мострансавто в городском округе постоянно анализирует график и пассажиропоток на обслуживаемых маршрутах. С учетом пожеланий пассажиров, в первую очередь в расписание вернулись рейсы, на которых жителям прилегающих населенных пунктов удобно добираться на работу и возвращаться домой. Расписание подвергается ежедневной корректировке в соответствии с актуальным пассажиропотоком и обращениями граждан. Восстановлены рейсы сразу 7 маршрутов, преимущественно в утреннее и вечернее время. До Пролетарского, Протвино, Прилуг, Волково. Птицесовхоз, Большого Грызлова, Боленска и из Протвино до Москвы. Информацию можно оперативно уточнить в диспетчерской службе или по номеру круглосуточной единой линии связи с пассажирами.